Так, всем привет, это Альвинос, и, как видите, наверное, по бегающим людям, это сервер. Я решил чуть-чуть поиграть, не знаю, сколько у меня времени. В общем, иногда я тут, может быть, буду играть, ну, быстрее всего, буду играть, только когда время есть. Сервер называется Goth of Spectra, кто меня давно знает, тот, может, знает, что я на таком сервере играл. Вот он открылся заново. Версия 1.6.4. Ну, в описании, естественно, ссылка. Основные моды. Так, моды. Так. Ну, вы можете это все лицезреть на экране. От себя скажу. Основные моды – это грех тех. Ну, вот кто видит. Не забывайте, это четвертый грех тех. Он легкий. Руды тут у нас уже переработались. Ну, руды обыкновенные. Witcher 2, это то есть Industrial Craft. Вот. То есть тут у нас есть торнадо. Сейчас уже настроили, нету такой жести. Раньше было под землей работаешь, и часто торнадо нас фигачили. Ну, тягало по невозможно, затягивало в лаву. Сейчас вроде бы это исправили, и все хорошо. Так, это что, замуровались, да? Вот, то есть у нас... Кто там мешается? У нас тут бывают торнады. Сейчас небо чистое, торнадо нету. Естественно, координаты не показываю, где нахожусь. Если кто решит играть, то пожалуйста. Ну, еще плюс есть... Кто тут у нас? Кто-то в кадр лезет. В общем, тут у нас есть еще из... Чё? Занят. Вот, есть у нас еще эликониты. Вот, какие-то руды обыкновенные попадаются. Естественно, попадаются и руды от этих самых всяких, от других модов. Так, тут что-то не посвечено. Не засвечено. Так, не терпите. Вот. Привата вроде бы как нету, так что уплывайте как можно дальше, и будет вам счастье. Так, что я тут на этом сервере сделал? Ну, сильно не сделал, меня вот позвали к себе, и я тут, в общем, ну, это как бы и отчетная серия, чего я делал. Первый раз вот, ну, решил все же играть на серии, потому что тут все дозволено, все можете. Вот, я только что вот запустил черепашку. Кто не знает, это компьютер крафт. Мод компьютер крафт. Компьютер крафт. Блин, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Компьютер крафт. Вот. Давай, вот. Делаем такой компьютер. Из него делаем черепашку. Из черепашки делаем алмазная кирка, вот такую вот черепашку. Ставим ящик, ставим сюда, пишем excavate, и там, допустим, 10 будет копать 10 на 10, 20, 20 на 20, и до бедрока. И все ресурсы он вот это запихивает вот сюда. Как вот видите, ресурсов немного, но она... Работает, вот как раз приехала. Вот у нас, видите, как он называется. Вот она такая. Вот видите, он выкинул ресурсы и попер дальше работать. Вот, надо будет побольше ящиков. Я эту копаю место под будущие фермы. Вот, если меня смотрит Тиркман, то может тоже, конечно, присоединиться. Вряд ли он, конечно, пойдет, но что грех тех. Ну, я тут давным-давно играл. Так, также тут есть проблема с... даже не знаю, это, наверное, не проблема, это просто неудобство. Так, где-то тут у меня... Ну, шумно. Блин, где-то тут встать, чтобы никто не мешал. Я в самом начале питаюсь грибочками, то есть супы делаю, так, то есть, ну вот, беру тарелку, грибочек раз, грибочек два, и вот у меня суп есть.
Потому что животных тут как бы убить не получится. Тут вот видите, шомпол надо убить животного. Получается как бы... Вот тут у нас зомби лежит. Вот он кноп зомби тушка. Да. Вот зомби. Его одеваете на это, поджигаете дрова вот этим вот. Ну, вот эта вот штука. А потом берете большой-большой нож и как бы обрезаете, ну, снимаете и получаете мясо. Мясо у нас, ну, как видите, еще не рассчитано. Еще тут не все, как бы, ну, нету скоординированных. В общем, не скоординировано ничего, никто тут особенно ничем не занимается. Еще сервер просто настраивается. Вот Cooking Pork. Рецепт. Ну, что-то не то. В общем, чуть-чуть другая система. Meat. Как-то... Meat. Как-то Meat называется. Meat Hook. Вот, вам надо сделать сплит. Сделать сплит, вот такой вот хок, такой вот ножичек, такой кнайф, и вот, вот, получается вот такую штуку, dead cow, мертвая корова. Ее приносите на этот шомпол, шлепте, поджигаете костер, и она у вас жарится. Вы когда бурн брив бум порк. Когда вот этим вот мидклевер ее потом, когда она поменяла цвет, ударяете, получаете вот такую вот burning brief. Вот чикен, курицу можно жарить. Вот что, ух ты, где у нас там. И куда ты прешь под? Или у него креатив? Во. Вроде бы загубил. Ага, загубили. Ну вот, у нас ночь. Ага, у него, видать, креатив. Вот, тут у нас прошел торнадо. Ну, я, конечно, установил текстуры, фейтфул там чего-то. Поэтому у меня все красиво выглядит. Вот, ну, блин. Ну, ликанитов пока мисс не видать, но они тут, а, я не помню, говорил, тут есть ликаниты. Вот, поэтому тут жизнь не малина. В общем, хардкор тащит. Так. Эти самые... тыквочки, это хорошо. Вот, в ссылке есть описание, там как бы не оригинальный клиент, да, есть клиент полностью, будет переписан. Я лично делал просто, я скачивал этот клиент, ставил, скачал, ну как-то хреново сейчас будет. А чего у меня так... Ать, давай, беги, Альвинос, беги. Так, пожрать вообще-то надо. Что-то я тут профукал. Ну, в общем, да, идите вы. Не собираюсь. Надо. Тут, значит, что-то грохнул. Это... Я скачал курсы, первый попавшийся клиент, как бы... Да, ну он в креативе, понятно. Он в это... Первый попавшийся клиент, это был FTB Lite, и в него добавил из папки скачанного... Скачанного, в общем, добавил... Ух ты, как глубоко... А что он встал? Ай, выгрузились чанки. В общем, я так полагаю, да? В общем, тут надо чанк-лодер ставить. Так, и, в общем, туда закинул мод папку и запустилось. Вот, и все вопросы, если будут у вас вопросы, пишите в этом
чате, да, блин, а как тут сейчас не спуститься, то фиг его знает. Ладно, я все равно сейчас выходить буду. Вот. Ну, в общем, не знаю, удастся ли вам встретиться со мной, не удастся. Ну, вот, покамись, вроде бы как решил играть, но только когда есть время. Время мне не особенно много есть, но попробую. 1.64 самый легкий грифтех по сравнению с пятым. Это вообще тут Industrial Craft новый. Вот. Так, можно Sleep on the Night. Вот. Ну что ж, если заинтересовало, ссылка в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии. И есть шанс поиграть со мной. Ну, вроде бы все. Пока. Спасибо, что смотрели.